Сегодня 3 июля, яровая пшеница, сорт Триза, это второй срок сева. Посев был произведен у нас 17 апреля. Это 2 миллиона. 2 миллиона. 2 миллиона. Это 6 миллионов. Здесь, конечно, посев погуще выглядит. Это 2 миллиона. 6. Цвет уже начинает меняться. То есть даже он из такого темно-зеленого в такой в салатовый, светло-зеленый цвет переходит. 5 миллионов. 5 миллионов даже кажется гуще, чем 6. Так. 4 миллиона. 3 миллиона. 2 миллиона. Ну, такой прям существенной разницы я не вижу. Красиво, конечно, ветер пшеницу качает. Так, 2 миллиона. 6 миллионов. Что здесь было? Предшественник соя. Удобрение 150 килограмм диамофоски, 200 килограмм селитра мячной. Защита. Здесь было две фунгицидных обработки. Рекс плюс фазу трубки. И Абакус Ультра, уже когда начинал выходить колос, флаговый лист, начало колошения. Ну, в целом, такая вот защита была. И все. Все из схемы защиты. Так, это у нас уже следующее повторение. Это уже 5, это 6. Так, почвообработка. Это безотвалка. Это топ-даун. Два миллиона. Позднего срока сева. 17 апреля. На 10 дней позже, чем ранний.